Всем привет, всем доброго вечера. Меня слышно или нет? Жарим карасей. Так, у нас еще вот их сколько тут. Мука на открытом, без крышки жарим, чтобы хрустящие. Огонь потише сделать. Огонь потише. Огонь потише. Убавь немножко, смотри. Так, первую партию я сняла. Вот, пожалуйста. Сейчас пошла в ход у меня вторая. И еще у меня вот здесь до этого лук был пожарен. Отваливаем. Все. Все, пока нам дальше страны. Саш тут решил тоже принять участие в жарке карасей. Уложить свои 5 копеек. Молодец. Молодец. Я прям есть хочу. После работы. 5 минут. Так, мы сели за стол кушать, ужинать. Пожарили карасей. Тут лучок у нас жареный. Саша, Алина. Так, у нас овощи. Огурцы, помидорки, перец, зеленый лук. Вот. Моя рыбка. Я просто не могу передать вкус, который получился. Наишикарнейший караси. Так, эти караси я купила у своего коллеги по работе. Вот, он рыбак. Он сам ловит. Наловил этих карасей. Почистил, самое что интересное, почистил. Вот. И Саша у него сегодня их купил. Вот, решили мы их сегодня пожарить на ужин. Вот так вот все вкусно получилось. Я, кстати, еще даже не пробовала, но Саша говорит вообще, во, вкуснятина. Ален, как тебе? Нормально. Нормально, нравится? Только поаккуратнее, ладно? Потому что там косточки бывают маленькие. Вот. Привет, Наполеон. Наполеон у нас тут прибежал. Ладно, мы будем ужинать. Пожелайте нам приятного аппетита. Вон, как он. Вон он, как их. Серега, да, за раз 5, я тоже 5. А Серега молодец. Да? Угу. И лучок. Ну, естественно, бочка. Золотая бочка. Как же без нее? Да, Саша? Да. Мукбанг от Саши. Приятного аппетита всем. Что, Рин, делаешь? Копаю. Картошку? Да. Где картошка? Вот лежит. Ах, вот она. Да это похоже на улитку. Что с папой? Я доедаю. Красиво. Мне будет еще хуже. Что, Алина, делаешь? Путь перекрываю. Кому? Нитки. Зачем так близко, пап? Ты рукой перекрываешь путь, что ли? Да. Мы с Сашей вышли на улицу с Наполеоном погулять. А на улице погулять. Классная погода, да? Тепло. Я что-то маленько погорячилась снова. Сейчас я вам покажу, в чем я. Так, я вот так вот одет. Спортивный костюмчик, кстати. Тот, который я покупала в твоем. Вот. Олимпийка и брюки а-ля Adidas. А-ля 80-е? Нет, кстати говоря, она такая тоненькая. Ну, нормально, не слишком жарко. Для вечерней прогулки самое то. О, ничего себе. Сейчас я их сниму. Тут такое болото у нас. Ух, смотрите. Вот мы тут заход такой. А вот туда, если вот так вот, если пройти, у нас раньше тут тропинка такая была. И налево там дача. Вот смотрите. Оп. О,
Уточки плавают, видите, слева. Слева, слева, слева. А слышите звук? Вот кто знает, что это? Говорят, что это какие-то жабы так делают. Не знаю, лягушки, жабы. Короче говоря, вон здесь вот эти уточки были. Две. Парочка. А их трое, Саш? Их не двое, их трое. Ага. Прикольно. Вон они, видите? У меня телефон трясется, правда. Пошли, комары уже. Так. Иди ко мне. Пойдем, Наполеон. Иди ко мне. Пойдем, мой хороший. Все, мы пойдем гулять. Мы тут гуляем. И на тебе кружки. Три штуки. Сообразим на троих. Я Саша спросила, говорю, Саша, интересно, для чего тут кружки? Он говорит, я говорю, не знаю. А? Завтра крышу курить надо вот на гараже. Поеду. Рубмаст уже купил, два рулёна. Пап, ну, мы с отцом тебе? Поедем, да. Угу. Если дождя не будет. Соседи так смотрят. Пойдем. Да, люди иногда удивляются. Почему снимают на телефон? Саша, а? Все испортил. Резкий удушливый запах. Резкий удушливый запах. Саша показал, что пахнет не очень приятно. Поэтому быстрее-быстрее смотался с этого места. А сейчас я иду, тут вот начинает свисти сирень, черем, хотел сказать. Вот, смотрите. Это еще начало. Начало. Будет потом такой запах приятный. Пока еще не пахнет. Вот так пахнет. Сирень уже вовсю, смотрите, как цветет. Там я шла, ее мало было. Вот еще есть. Вот кусты. Ой, какой запах. Обалдеть просто. Все не представляете. Наполеон. Привет. Привет, мой хороший. Привет. И вот тут еще целый куст сирени. Вот понюхаю. Что, пойдем домой? Да. Скоро возле нашего подъезда так же будет пахнуть. Нет, так не будет. Почему? У нас там мусорные баки. Саш, ну ты вечно все испортишь, а? Я знаю всю эту подноготную. Никто не знает правду. Такого запаха не будет. Иди ко мне. Улитка вверх ползет. Ну нет, не пугай ее, не стучи. Я не пугаю. Че пугаю-то? Кто пугает? Ой, фокус. Животное убежало из дома. Ничего не убежал, я ей дала погулять. Да. Я-то слежу за ней. Шанс прогуляться ты дала? Вечерняя прогулка. На улицу. Вечерняя прогулка. Почему не фокусируется? И вот это вот ее еда. Он просил что-нибудь говорить. Она вот это вот кушает. Конечно, не все. Приходится половину выкидывать, но ничего страшного. Вот это вот ее кальций. Вот он. Его тоже она ест, когда захочет. Вот. Был огромный кусок, примерно как кабачок, но как бы он уменьшился, потому что она вот очень прожорливая. А это вот субстрат. Покупайте, стоит очень дорого. Вот контейнер тоже очень дорогой, и сухарики дорогие, и вода тоже дорогая нынче. Вот.
Показываем. Там вот у нас красивый закат был. Кто всплыл. Всем пока. О-оу. Ты так жирная. Что-то не фокусируется. Чего? Потому что у меня фокус сломала. О, господи. Налина, привет. Смотри сюда. Алина снимает меня, а я ее. Ну-ка, перестань лайк. Где улитка у тебя? Ну! Офигеть! Алина, на ноге держишь улитку. Вот это да. Вот это круто. На. Мороженое тут ем. Это мне? Я тоже захотела. Все? Да. Ну, ешь. Можешь все съесть. И ты тоже просишь, да? А тебе сладкого нельзя. Можно. Собака нельзя. Ну, блин, у тебя за ухом чесаться все будет. Ты что, дуралей? Дай ему маленький. Знаешь что? Да, вафельку.